крик души, чем искреннее, тем тише. И так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она как самый громкий плач, не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет нам во многом. Молитва — это Божий дар, одно из средств немногих. Через нее и старый мал ведут беседу с Богом. Но жаль, молитва не для всех, прибежище от бедствий. Творящий постоянно грех теряет это средство, как пустоцвет неверных чувств. Она тогда бесплодна, лукавство, лесть из грешных уст для Бога не угодно. Молитва — это Божий дар, одно из средств немногих. Через нее средств немного.